православные готовятся отметить один из самых главных праздников – Рождество Христово. Сегодня сочельник и последний, и самый строгий день 40-дневного поста. Пищу нельзя употреблять до того, как на небе взойдет первая звезда. Все в храмы в торжественном убранстве, готовы к праздничным богослужениям, которые будут длиться всю ночь. Для удобства прихожан будет продлена работа городского транспорта, ведь традиционно в одной только Москве. Ежегодно рождественские службы посещают около 1 000 000 человек.